Еще одну песню про любовь споем. Вы не против? Ну тогда я обращаюсь к женщинам в зале. Если бы тебя не было, когда-то сказали, ну говорил, наверное, ему, если бы тебя не было, что я бы делала без тебя? Не говори именно, что ты уйдешь, потому что, видишь, мне хочется плакать от любви к тебе. Вот такая песня у Мины, она называется «Сенончи фоситу». Для вас, если бы тебя не было, Сенчи фоситу. Thank you.
Care signore e cari signori. Дорогие дамы и дорогие господа. Cosa dico care e cari? Carissime, carissimi signori, carissime. Дорогущие, дорогущие дамы и дорогущие господа. Allora, l'italiano è una lingua poetica, piena di parole gentili e di gesti molto interessanti. Итальянский язык очень поэтичный, он богат нежными словами и интересными жестами. Allora, noi questa sera, noi, no? E insieme a voi, lo studieremo e lo impareremo. И сегодня вечером мы будем с вами учить и выучим итальянский язык. Sì, 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 sì. Да, 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 да. Allora, да, cominciamo la nostra lezione di lingua italiana. Итак, внимание, начинаем наш урок итальянского языка. Allora, quali parole sapete dire gentili in italiano? Итак, какие слова нежные, вежливые вы знаете на итальянском языке? Любовь, amore, giusto? Bella donna. Bella donna. Bella donna, pizza, minuto. Bravi, bravi, bravi. Молодцы. Bravi. Молодцы. Bella donna, красивая женщина. Вы кто? Наверное. Dolce vita, сладкая жизнь. Тоже очень хорошо в тему. Как? Pizza capricciosa. Pizza, ma anche margherita, buona, buona la margherita, la pizza, scusa? Teneroso. Нет, этого слова, ну, такое хорошее слово. Tenero, нежно, такой сладкий, ну, нету, ну, можно придумать. Teneroso. Teneroso, интересно. Да, allora, come ci si saluta in italiano? А как можно поздороваться по-итальянски? Ciao, buongiorno. No, faccio vedere. E i baci, поцелуй, guardate, faccio vedere, guardate, смотрите, guardate bene come si fa. Igor, ciao, ma stai benissimo oggi, ciao. Три раза. Capito? Поняли? Potete Всем anche понятно? Ripetere, no? Fare tra di voi. Вот первым столиком непонятно, по-моему, надо повторить еще раз. А вы должны показать, что вы поняли. Да, и потом можно здороваться, прощаться, а также прощаться можно так же. Главное, что три раза должен быть. Игор, arrivederci, arrivederci, Игор. Grazie di tutto, arrivederci. Это все здоровались, прощались. Почему? Потому что следующая песня очень драматична, про разлуку. Послушайте. Мы с Юлией стараемся вам рассказать замечательную, потрясающую историю. Сначала мы придумали, что мы в Неаполе. Закрыли все глаза, в Неаполе. Жарко. На улице шумно, жарко. Мы в Неаполе. Итак, в Неаполе произошла такая история. Мы сейчас вам ее рассказываем. Следующая песня называется «Чучарелло», «Ослик». Ну, вот сразу, видите, ну, песня очень серьезная. Послушаем вот такую вот историю. Говорят, что лучший друг человека – собака. А в этой песне мы узнаем о том, что в самом деле лучший друг человека – ослик. Один гуляет, он не один, но он остался со своим осликом после того, как она обещала ему выйти замуж, но потом она ушла. Первый куплет. Послушайте. Coppa da strada, bianca sull'agna, mezza l'addore, e all'aria campagna, la carretta vicina, piano piano se ne va, non te ne affretti, sto giù cerello, non te ne affretti, che a te ne fa, e sta lontano, sto paesello, ad ogni scivolo c'è da aspettare.
обещала ему выйти замуж, а потом не вышла и ушла от него совсем. Ой, чучарел, боре, карбату, туганчевист, сэмпр прочада на промессе, матримонию, а сантисты вульту. И с тысячи, сяпи на вилья, примавирича маспуза, ману на раберу, фуря пучия, гизра юда, и гетто ста. Спасибо еще немножко. Тогда вы можете ему рассказывать свою историю несчастной любви. Итак, финал. Коппа нестера, янки злания, мед золотора и алари компана. На горит вечерин, яркий ярослива. До того, как прийти, принеси мне 3 красные розы. До того, как прийти, принеси мне совок для соринок. Отчего трепыхается сердце? Принеси мне терпение крепь, величайший источник любовный. До того, как прийти, разбери стену давней разлуки. Если рядом лампада, зажги, кто отчетливо смотрит во след. В уходе скажи откровенно, твой визит — лишь внезапный испуг. Перед тем, как прийти, не забудь попрощаться. Мне так мало осталось прожить. Счастью.
Аура, да и твое. Я так боюсь твоих глаз. Paura dei tuoi occhi, di quel vertice puro dentro cui batte il pensiero. Paura del tuo sguardo, nascosto velluto d'agio col quale mi percorri. Paura, paura delle tue mani. Calamite leggere che chiedono lì, paura dei tuoi ginocchi che premono il mio grembo, e poi sempre paura, finché il mare sommerge questa mia debole carne, e io giaccio sfinita su te, che diventi spiaggia. Ed io che divento che tu percuoti e percuoti con il tuo remo d'amore, che tu percuoti e percuoti con il tuo remo d'amore, che tu percuoti e percuoti con il tuo remo d'amore. Я так боюсь твоих глаз, я так боюсь твоего взгляда, я так боюсь твоих рук, тех быстрых, бархатных движений твоего ума. Я так боюсь твоих глаз. Я так боюсь твоих глаз. Я так боюсь. Спасибо, это было Альда Мерини, великий итальянский поэт, даже зовут поэтесса, поэт. Ее стихи про любовь, но раз мы выбрали такую тему, про любовь. Но мы пока с вами, если вы не заметили, еще жарко очень. Мы же еще в Неаполе. У нас еще есть пару невероятных неаполитанских историй, которые мы сейчас вам расскажем. А сейчас... Теперь представьте себе, если бы мы с вами проехались по Неаполе на мотоцикле, да? Если бы мы с вами почувствовали и ветер, и вкус соли, который поднимается с моря. А теперь представьте себе, какую музыку мы бы услышали, шумы города, который как оркестр поднимается. Voglio incendiare questa mia vita come un pezzo di incenso su carbonella ardente, come un assolo di Chet Baker, come jazz che mi si muove dentro. Che mi si muove dentro. Sento una grande musica, provare gli strumenti, io mi fermo ad ammirarla. Musica. La musica mi batte nel cuore. E c'è il sole. C'ho l'estate dentro, c'ho la vita dentro, e c'è il sole, e voglio volare, voglio volare, voglio volare sui pasti quotidiani, sul vino buttato giù per stonarmi, sul rosso di un semaforo che rallenta.
суки с Акеном Бабла. Я сует. Di incenso su carbonella ardente come un solo di Chet Bay, come un gel che mi si muove dentro e voglio volare anche per chissà che non può volare. Недавно написал сбор неаполитанских рассказов. Мы с вами поделились, как звучит Неаполь в нашем представлении через его слова. А теперь, перед тем, как отправиться на небольшой отдых, да, перерыв, вам расскажем еще потрясающую историю, связанную с Луной. Вот есть он, есть она. Вот вы, например. Да. Вот есть она. А она, он и она, они договорились, что в 3 часа ночи, да, он придет к вам и свистнет у окна, под окном, и она ответит ему. Вот в 3 часа ночи он пришел, свистнул 3 раза, но она вышла или нет, как думаете? Вы-то не вышли. Будьте все равно она. Она не выходит на этой песне, не волнуйтесь. Ну просто будьте. Ну, будьте спокойны, что она где-то его ждала. Итак, представим себе, будто здесь балкон над этой аркой, да? Неаполь, и вот он зовет ее. Но никто это не отвечает, только соседи отвечают, смущаются и говорят, а канджи станищу. Нет никто, да, никого нет. Да, смотрите, жест очень полезный, не щуру. Что ты хочешь? А как он сейчас станет щуру? И луна, и он спрашивает ее, луна, луна, багряная луна, верна ли она мне? Ответа нет, хотя, итак, лунорос. Танцуйте, если захотите. Да? Мы сейчас вам ее споем прямо как в старых временах. Спели ее. Vaga distrattamente abbandonata, gli occhi su tuo capello nascondo. Ma non sa che i fa.
Пушкин, Михаил Волос, Игорь Иванушкин. Спасибо, до скорой встречи, мы скоро вернемся, да? Come here, will you bend it there?
бы и Чолин Мастанс, они в одной комнате, того же самого Джино Паули, помните песню «Сенса Фине» в первом отделении, вот он написал такую прекрасную песню, как «Il cielo in una stanza». А первая песня этого отделения, которую мы с Кириллом играли, это была «Тусина Коза Гранде», песня Доменико Модуньо. Итак, в городе Генуя в 60-х годах организовалась целая группа певцов, которые хотели внести в итальянскую эстраду немножко поэзию. Мягко говоря, поднять немножко уровень итальянской эстрады. Кто организовал эту группу, вокруг кого организовалась? Вокруг самого нашего любимого Джино Паули. И в этой группе, генуэзская группа в городе Генуи, Дженова, на севере Италии, на море. Вот, и вместе с ним был великий итальянский поэт, композитор Луиджи Тенко, который тоже очень сложно нашел свое место в итальянской эстраде 60-х. Ирония судьбы, он ушел из жизни прямо во время финала фестиваля Сан-Ремо, очень молодым. Очень много песен он оставил нам, мы хотим вспомнить его с тремя небольшими его песнями, сочинениями про любовь, конечно, они очень нежные, неуловимые, когда неуловимые, недоделаны, может быть, мысли. Песни называются «Mi sono innamorato di te», «Я влюбился в тебя», «Vedrai, vedrai, увидишь», и «Se potessi», «Если бы я мог». Готовимся. В тебя, потому что мне нечего было делать. Днем я хотел с кем-то говорить, а ночью я хотел о ком-то мечтать. Я влюбился в тебя, а теперь я сам не знаю, что с этим делать. Днем я проклинаю себя за то, что я тебя встретил, а ночью я ищу тебя. Thank you.
почерка. И не смотри на меня, будто я ребенок, который разочаровался. Да, я знаю, это не та жизнь, о которой ты мечтала для нас. Но это все изменится. Не знаю, как и когда, но вот увидишь, увидишь, это все изменится. Quando la sera io ritorno a casa, non ho neanche voglia di parlare, tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso, sì lo so che sognato un giorno per noi. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani. Тебе все, что я вижу, но могу дать тебе только то, что я имею. И, к сожалению, это очень мало. Thank you.
продолжим. Секундочку, я флейту. Ну что ж, Юлия, продолжим со страстной песней, да? Слово «пассионе». Много пели про любовь. А «пассионе» где? Страсть. Если, допустим, страстная песня, как к этому вы относитесь, к страстной песне, да? Даже взволнованная песня. Давайте ее споем, но для этой песни мы с Юлей, наверное, не потянем, да? Нужны наши прекрасные музыканты, мужчины, конечно. Игорь? Кирилл, Михаил, подойдите, пожалуйста. Мы без вас не можем петь эту песню. Она вот взволнованная, страстная. Я на всякий случай пюпитр убираю. Первый ряд. Если что, встаньте, то есть и все, да, не сдерживайтесь. Она так и называется, взволнованная песня про пассионы. Пассионы, страсть, что не поделаешь. И страсти ничего нет. Ну что же. Страстная песня, канцоне «Апассионата». Сердце бедного тайну ты смешной не зови. Это скорбная тайна безответной любви, словно жаркое пламя зажигает в крови.
осень, прозрачное утро. Нет, как будто в туман. Дальний станок перламутра, солнце холодное раннее. Где наша первая встреча? Яркая, острая, тайная. Тот летний памятный вечер. Милая, словно случайная. Не уходи, тебя я умоляю. Слова любви и страдья повторю. Пусть осенью двери. Рассказать про великую тайну Италии, вернее, рассказать вам, какое слово, одно слово, без которого уже нельзя обойтись. Мы попробовали обойтись без этого слова. Прилично не думайте, что уже глаза, некоторые зрители уже, что за слово? Нет, все нормально. Просто слово, которое обязательно вы все уже знаете, и без которого в Италии нельзя обойти. Но перед тем, как это сделать, я хотела бы благодарить, конечно, этот дом, прекрасный этот клуб, Алексея Козлова. Спасибо, как говорится, этому дому. Спасибо Никите, который с нами ведет звук сегодня. Спасибо Ольга, которая организовала этот концерт «Арайку». И всем, кто сегодня работает с нами на концерте в зале, спасибо за прекрасный дом. Еще раз благодарю и благодарим моих сопутников. Это Юлия Саитова, Кирилл Гущин, Михаил Волов, Игорь Иванушкин. Спасибо, и вам всем спасибо, что были с нами. А теперь, внимание, слово, секундочку. Слово, атмосферу, пожалуйста. Посмотрим, что будет с вами, когда я скажу. С вами то, что будет стоять тебе. Адриано! Без него нельзя пойтись. Мы выбрали не знаменитую песню, чтобы прощаться с вами, почти прощаться. Песня называется «Нуне», не то. «Нуне, кнон ти воля». Okay.
Quella